Северодвинске прошел патриотический концерт «За победу». На сцене Дома Корабелов выступили творческие коллективы города, которые собрали полный зрительный зал. А специальным гостем концерта стал ансамбль «Голубые береты». Наша жизнь афганское пламя, не забудем парней. Низкий поклон и слова благодарности военнослужащим, добровольцам, мобилизованным. Мы уверены, что северодвинцы на стапелях у станков добросовестно исполняют свой трудовой долг. И тысячи людей искренне, от чистого сердца помогают в этом ратном деле нашим воинам. Северодвинск исторически связан с охраной рубежей страны. Мощный атомный подводный флот, созданный на берегах Белого моря, защищает не только Россию, но и весь мир. На современном этапе именно северодвинцы внесли свой вклад в создание ядерного щита России. Ну и, наверное, только это грозное оружие на сегодняшний день останавливает очумелые головы на Западе от необдуманных шагов. Концерт «За победу» прошел по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке губернатора и правительства Архангельской области.